Ребят, всем привет! Вы на канале TK Spati, я TK. И, конечно же, у нас будет открытие на Фалькию, на аккаунте замглавы, соответственно, моего клана TK YouTube. У кого 3 миллиона плюс БС и 90 плюс Т-левел, активно играете ГВГ, обращайтесь, пишите мне в приват, ссылочки будут в описании. Соответственно, реклама своего клана бесплатная. Так. Ну что у нас далее? На нее есть обзор. Клевая героиня. Далее Элеонора. Странно. Ну, скорее всего, с точки зрения перспективы, наверное, Анора. Но далее тоже крутая, клевая. Лучше забирать обе. Может быть, Армен нас как бы и еще там задонатит, там накопит, да, и обе заберет. Там есть пауза, по-моему, 2 недели, что ли, между Дали и Анорой. Ну, в общем, 250, но она может раньше прийти, кому-то приходит на 10-й крутки, кому-то на 20-й. Я вас жду в комментариях. Я сейчас посмотрю, как Армана выпадет. У меня порядка 100 круток есть. 150 круток — это достаточно большой донат. Поэтому я подумаю, может быть, мунтончиков там вроде зарплата приходит как раз там в 10-20-х числах. Плюс-минус, я не знаю, когда они там выделяют контент-мейкерам. В общем, если она придет, скорее всего, Далию я заберу. Собственно, и потом Анору тоже заберу. Ну, вернее, постараюсь. Потому что обеих героинь надо забирать. Анора, как минимум, красивая. Я ее буду тестировать, будет на канале. Ну, а Далии уже есть на этом канале. У меня обзор на 25 минут. Посмотрите. Очень клевые, клевые цветочки. Клевая героиня. Бустит урон плюс 20 своими цветочками. В общем, супер-мег героиня. Будем забирать. Надеюсь, что придет как можно быстрее. И мы не на 250 ее заберем. Но я видел уже в чате, что там 4-5 под X10 всякие Алауры приходят. Ну, в общем, да. X15, конечно, бывает и подводит. Ничего не печалимся, мы в любом случае забираем 186 плюс 16, это в любом случае у нас тут что-то типа 380, так что погнали забирать. И у нас сразу Лего, первый десяток, и далее, давайте, и все, я за этом офую, и это будет идеальное открытие, просто идеальнейшее открытие Дали, просто лучшее открытие Дали в мире. Вот это открытие на канале Тики и Спати, ребятки. Хекс. Это хекс, это даже не Аякс, это топовый хекс, топовая синематика. На самом деле у меня про звук заглушен, в игре, но у меня синематика на этом канале. Всех роликов, тут клевая песня играет, клевый вообще синематика в 3D нарисованная. Это хекс, ребят. Это хекс с клевой синематикой. Это клевый герой. Максимально. Но это не новый, это у него, походу, ну, ньюб приписочки нет. Но это как минимум пробуда. А пробуда на Хекса — это вам не пробуда на кого-то еще. А возможно, была бы и далее. Ну, вопрос, кстати, по Хексу, по пробудам. Я, если честно, не шарю. Напишите в комментариях, как там на пробудах Хекс поднимается в топ. Ну, в любом случае, чтобы там 80 плюс 1000 на КБ бить, я думаю, что 5-я пробуда Хексу. Блин, первая десятка, и мы Хекса открыли. Это уже удачное открытие. С первой десятки Хекса прилип. Блин, это офигенно. Мне очень понравилось, ребят. Мне очень понравилось открываться. Так, Медан, топовая героиня, лекарь на второй рейд снаряжения, на, соответственно, кодекс бессмертных, там, где лечиться надо. Несалт, в принципе, да может много где. 40-я крутка, опять Лего? Вот это аккаунт, походу, долго не открывался, копил, и мы такие, на тебе кучу лег. У нас там случайно Никс 15, в принципе, на Лего. Еще Хекс. Не, мерзость. Но мерзость похуже, конечно. Мерзость на лейтгейме. Ну, только на рейде снаряжение 4 может там кое-где помочь. Ну и пробуду на мерзость получается. 40 круток, 2 леги, это очень хорошая статистика, но далее нет. Бриена, массовый лучник, может использоваться на 3.18, даже 3.19 перекачано, если у вас совсем нет массовых лучников, она может вам заменить на 3.18 массового лучника. Конечно, это слабый массовый лучник. Мари, кто-то говорит, что новый дракон, это Мари 2.0, совершенно не так. Этот дракон, во-первых, наземник, во-вторых, носит кучу урона сам по себе, и у него синергия, то есть это парочка. Мари тоже надо какую-нибудь парочку добавить, какую-нибудь Эйн и Мари, например, вот что-нибудь там какой-нибудь, плюс 25 урона. Эйну и, не знаю, 25% к времени заморозки к Мэри, когда у вас есть Эйн и Мэри. А они, как мы знаем, по-моему, даются гарантом, да? Долорес, топовая героиня, всегда качайте. На многих аккаунтах при обзорах, а я делаю обзоры, в том числе помогаю бесплатно, хватит меня за это. Это хобби просто, ребят, я опыт, мне дают аккаунты, я время трачу. Это не стрим, это не открытие осколков. Можно
на стриме давать аккаунты как контент. Буду без денег проходить, когда будут эти стримы. Вот, Теовин тоже клевый замедлятор, может, в принципе, помочь. Например, Туавина и Берену ставить, они точно вдвоем размотают левую либо правую часть. Вот, Теовина можно даже вот на первую клеточку на третьем рейде ставить. Лиам клевый лучник на странниках, он вешает яды. Так, ну что, мы по гаранту в итоге будем забирать, да? По лимитке. Синих героев не рекомендую качать только в начале игры на 40-50, типа Волтусов. Есть, конечно, синие герои, которые это Осень, например, это Кьюг. Ну, то есть есть синие герои, которые качать, лучше посмотрите топы. Топы эпических героев, топы редких героев, они есть на этом канале. На этом канале более 300 видео уже по Watcher of Realms за год накопилось. Поэтому смотрите гайд на этом канале. Канал Тики и Спати, кто забыл. У нас очень клевое открытие, на самом деле, первой же десяткой Хекса, это, конечно, слишком жестко. Слишком жестко. Так, будут еще леги? Сейчас вот интересно, будут леги или нет еще вот до лимитки, потому что сейчас пока мы, конечно, уже две леги, я думаю, что, возможно, первая была ближе к гаранту, ну, типа там уже 200 открутил и дал мне на открытие. Мариэл хороший танк, который лечит команду. Но с точки зрения там Алага и других топовых эпических танков, она, конечно, в топ-5 входит, но скорее на 5-6 месте. Лайтлок — лекарь, который с уроном, ему можно делать и нужно критшан. Смотрите гайд, опять же, на этом канале есть на Лайтлока гайд. У нас есть Артемис, это легендарный, получается, Лайтлок. Авелин — хороший танк с оглушением, хороша очень под бессмертных, кодекс бессмертных. Оглушать, ставить ее в центр и оглушаете мобов. Что-то много несалтов. А, не несал, кстати, X15 же, по-моему, да? Так, ну что, у нас уже сколько? 180, получается, 190 открутили. Пойдемте посмотрим, сколько открутили. Еще 50. Еще 50, еще тут кэшбэки, еще кэшбэки на героев. Вот она лего. Вот она лего. Ну, в принципе, неплохо, слушайте, за 3 леги уже, за 210 осколков, это в 3 раза больше, чем норма. Иногда бывает под X2-то одну вытащишь еле-еле. Вот она пришла до гаранта, она пришла под X15, отлично. Еще раз, это топовая героиня, она очень клевый культист, в плане урона, сильный урон, много целей атакует, может до 10 целей атаковать, ставит цветки, которые бафают ваших танков, бафают ваших... На первый пробуде раскрывается вообще идеально, то есть если есть пробуд или камень, и у вас проблемы с культистами, ее забираете, может быть кто-то ее заберет просто под X15, то есть никто не мешает вам дальше продолжать крутить, то есть все-таки X15 остается, да, по лимитке вы забрали, но X15 не сгорает, поэтому если у кого-то прям совсем много шардов, либо куча средств для доната, собственно, вы можете воспользоваться, собрать далее и все. И, в принципе, все. Так, ну что я могу сказать? Открылись мы удачно, мы достали Хекса, Мерзость и далее до гаранта. То есть потратили примерно на 40 шардов меньше, чем рассчитывал, соответственно, Арман, мой замглавы гильдии TK YouTube на 60-тысячном сервере. Кто захочет, опять же, ссылочки в описании. Ну и, собственно, делаю обзоры, реклама, там, гильдии и так далее. Обращайтесь, кому надо гильдию отрекламировать, по условиям договоримся в личке, в ТГ, в ВК. Ну а тот, кто досмотрел видео до конца, вы красавец или красавица. Спасибо большое, досматривайте всегда, обязательно реагируйте. Лайк, если понравилось видео, само видео, а не посыл. Дизлайк, если не понравилось вообще, что мы тут делаем. Ну и, собственно, подписочка, не забывайте подписываться. Канал TK Спати, я TK. Пока-пока. Ребят, в конце видео всего лишь хотел напомнить, что я предоставляю услуги обзора аккаунта и прохождения любых рейдов снаряжения, повышения урона на КБ и прочее. Если вы где-то застряли, либо вам может нужен совет, обращайтесь. Советы бесплатно, когда что-то за вас делаю, платно, цены достаточно демократичные и приемлемые. Обращайтесь в ВК и ТГ, ссылочки будут в описании и в закрепленном комментарии.